На самом деле у меня даже есть инсайды, не то что инсайды, а очень скрытные теории причин, почему все сейчас это происходит. У меня есть, но я не знаю, есть ли у меня как бы право это вообще говорить. Это очень такая, знаете, этими инсайдами никто, этими подозрениями никто не раскидывается, потому что, ну, есть вероятность то, что это правда. Да ты же шиз. Это не, да какой смысл в телеге? Это если уж и говорить, то говорить вслух. Не, не договорняк, ребят. Вы... есть, короче, очень интересная инфа. Вот вы думаете, да, почему Жириновский внезапно почти угадал с моментами всего этого начала? Почему он эту... Почему он вот эту базу, типа, говорил еще год назад? Про нынешние происходящие ситуации. Почему? Почему? А потому что он и другие вышестоящие люди обладают одной инфой, которую им в свое время поведал очень интересный человек. 0000010010011. Видите, это люди пытаются заткнуть меня, чтобы я не говорил. Ну так скажи. Короче, ребят. Только никому, пожалуйста. Пожалуйста. Я вас искренне прошу, после того, как я сейчас расскажу вам эту инфу, все сделайте вид, то, что я рассказал какую-то шуе-версию. То есть вы типа пальцем там покрутите. Ваш канал на 200 рублей и сообщает, лучше молчи. Ну, блять, я должен это сказать. Короче, все делайте вид, и вне, и даже вот на стримах, если кто-то нарежет, да, поведает, пожалуйста, все делайте вид, то, что я снес чушь, и вы мне даже на капельку не поверили. Даже не пытайтесь сделать вид, то, что все, что я говорю, это серьезно, хорошо? Да, типа вот я сумасшедший, да, вообще, дурка, по тебе дурка плачет. Короче, есть теория, то, что в свое время... всеми вот этими датами были впечатлены вышестоящие люди, потому что все эти даты примерные в свое время высказывала Ванга. А поскольку к Ванге в свое время ездили вся элита России, она примерно это типа предсказала. И многие, записав все эти даты, решили начать сейчас все вот это делать, потому что именно сейчас есть шанс, что все это сработает. И это сейчас я абсолютно серьезно говорю. То есть все вышестоящие люди, они вот просто в курсах вот от той пасты, которую затерла Ванга. То есть об этой пасте известно Жириновскому, об этой пасте известно всем стоящим. И все решили то, что сейчас вот факт. То есть она там что-то, насколько я знаю, ванговала то, что вот соединен будет весь славянский мир, потому что со славянским миром весь один народ, а Америка падет. И типа восславлено будет имя Владимира и так далее и тому подобное. И сейчас и было. И вот дальше есть другой слой этой теории. То, что об этой теории еще также наслышан и Зеленский, блядь. И от этого у всех бомбит, потому что и Зеленский, блядь, Владимир, сука. И дабы успеть перетянуть, короче, одеяло на свою сторону, было решено начать вот эту спецоперацию. Рублей сообщает, дед, хлеб не кваску, ты бредишь. Я говорю, это все теории. Это все убер очень секретные теории. Убер-секретные теории, вообще из самых далеких аналов интернета, о которых вы, скорее всего, даже не знаете, не слышали. Все, ребят, все дружно делайте вид, то, что я рассказал какой-то абсолютно ёбнутый бред. Все. Ну просто, не-не-не-не, у этого пророчества есть еще одна абсолютно шуе-теория, еще один вот слой. В Жириновского тоже зовут Владимир.
Там реально она типа все предсказывала, то, что вот и восславится имя Владимира за то, что поднимет он весь славянский народ и сделает его великим, потому что Бог с ним и Бог с этим народом. И типа там, и там какая-то абсолютно ёбнутая теория была, то, что славянский народ начнется то ли центром, короче, славянского народа, целым центром славянского мира будет то ли Харьков, блядь, то ли что-то вот такое вот, где-то там, типа, вот там будет самый центр. Я не брежу, это реально, это вот я проходила, такая инфа проскальзывала. Типа, вот Ванга это наванговала. Вы просто не представляете себе, какой уровень доверия был к Ванге у вышестоящих людей. Вы очень сильно не представляете. Вот это эхо от влияния Ванги, оно вот существует на вот пространстве вообще вокруг до сих пор. То есть об этом известно Михалкову, об этом известно многой нашей элите. Многие, конечно, не воспринимали всерьез, но те, кто были в курсах, они, скорее всего, сейчас просто в ахуе то, что кто-то решил воспользоваться этими предсказаниями и, опираясь на них, составлять планы. Ребят, это не моя теория, это то, что услышал я. Я вам просто это пересказал. Я просто пересказал то, что такая инфа есть. Вот и все. Но как бы все мы знаем то, что это абсолютно неправда, да, ребят? Мы все с вами прекрасно знаем то, что это само собой сумасшествие. Это все не так, верно, ребята? Верно же, ребятушки мои? Мы же все с вами знаем то, что это неправда, да? Блять, там реально есть смайлик Ванги? Серьезно? Серьезно, есть смайлик Ванги? Не знаю, чего все так эту Ванга форсят. Я послушал, шансон как шансон. Бутырка лучше. Шансон как шансон. Согласен. Шансон как шансон. Ничего себе, ГГ. ГГ это российская площадка для стримов, ребят. И тут есть Ванга. Вам не кажется, ребят, то, что совпадений слишком много? Спасибо за 150 рублей, Искандер. Ты выписан из Масада и народа иудейского. Выносите, блядь, санитаров. Ванга, блядь, у него там. П.С. Ванга по датам ничего не предсказывала. Она максимум предсказала дождик в четверг. Так том-то и дело то, что... Так вот том-то и дело то, что там у Ванги что-то там в рассказе было. То что типа там 5 двоек или 6 двоек. Типа это вот дата, когда все произойдет. Без понятия, короче. Без понятия. Нет, американцы насчет предсказаний Ванги вообще не в курсах. Они даже и близко не могут в это поверить. Вы все смеетесь и думаете, что это шизо, а на самом деле... Кстати, Бепса на самом деле зовут Владимир. Верно, Владимир? Нет, меня не Владимир зовут. Нет. Но-но-но, чел, это не так. Не, ну если бы меня звали Владимиром, вот это уже реально шиза была бы, ребят. Шуе ППШ. Так вот, в этом-то и дело, то, что американцам никогда не понять вообще ни ход мыслей. Поэтому сейчас и многие-то либерахи бомбят, они не могут понять, типа, вот что происходит в головах у людей, которые, ну, у верхушки. А представьте то, что верхушка на самом деле опирается на оперативные данные экстрасенсов, там, Ванги и так далее и тому подобное. Потому что в свое время еще была статья в одной из газет, то, что Вангу навещал государственный экстрасенс. Государственный экстрасенс. Государственный, ребят. И он сказал то, что ни один современный экстрасенс Ванги в подметке не годится. Типа она там, ну, проще говоря, очень сильно базированная. Не пали контору, заебал. В следующий раз премии лишим. Так в том-то и дело то, что на самом деле я уверен, то, что в чате даже никто не поверит, то, что это возможно. А вы просто вдумайтесь. Вы просто вдумайтесь. Вангу многие политики российские навещали по несколько раз. По несколько раз. То есть даже вроде бы была инфа, то, что Вангу навещал Немцов, но он Ванге не поверил. Она, мол, ему там тоже что-то затерла, он пальцем у виска покрутил и все. А возможно.
Но это опять же все по слухам, все по слухам. Я просто насчет Ванги, я когда эту инфу услышал, я запросил у людей кучу источников, где они все это взяли, они мне скинули, я почитал, и пока что все слишком дохуя сходится, настолько сходится, что даже нихуя не смешно, честно говоря. Допустим, Михалков лично говорил то, что он от Ванги в просто лютом восторге. Она все предсказала ему. Она все ему предсказала. Все сказала как на духу. Нет, Немцова не ёбнула Ванга. Суки. Немцова ёбнула Ванга. Блять, скоты. Ванга стреляла в него на мостовой. Блять. Нет, ребят, не стреляла на мостовой. Не, я ли верю Манге? Ванге. Да на самом деле не знаю, но... Не то чтобы я в принципе верю экстрасенсам, но меня порой очень сильно удивляла риторика экстрасенсов. То есть, допустим, она к ней подходил какой-то чел, который лично был знаком с Юрием Гагариным и спрашивал, что с Гагариным случилось. Она сказала то, что Гагарина забрали, потому что он был нужен. То есть, я на самом деле... Я просто, когда это читал, я охуевал искренне. В смысле, его забрали, потому что он был нужен? Кому? Что? Почему? Как? Все западные элиты собираются в Богемской роще около статуи совы ежегодно. Ну, идолы америкосов вымышленные, честно говоря. Вот, идолы америкосов вот абсолютно нерабочие. Вот мне кажется, вот Ванга, она базу затерла. Она реально затерла базу. Типа, она, короче, говорила то, что, типа, вот у нее, от нее инфа, то, что вот сейчас вот эта вся тема началась между Россией и Украиной. То, что вот, допустим, операция закончится, и вот на восстановление отношений и на полностью построение, мол, славянского мира уйдет где-то 7 лет. И типа вот спустя 7 лет, сейчас вот типа начался вот этот самый тяжелый период. Самый тяжелый период, за который типа вот народ встанет из пепла, и бог будет с ними, а мол, все остальные исчезнут, все дела. Их соевые идолы. Наши базовые ведуньи. Ебать, нихуя. 7 лет, да, 7 лет, мол. Мол, в этом году самые сложные месяцы будут в феврале и декабрь. Ванга плюс база равно база. Что ж, ролики только через 7 лет ждем. Не, я в битву экстрасенсов не верю, ребят. Там реально одни актеры были. У нас же есть слепая из ТВ-3. Вроде еще живая, гоу ее тормошить. Может, она тоже ведунья, блядь. А как же богоизбранный иудейский народ? Очень много евреев ездило к Ванге. Ванга же вроде болгарская ведунья была. Да, вроде болгарская ведунья. И к ней ездило очень много элиты и из Израиля тоже. Правда, если наши элиты ездили и рассказывали, что Ванга им рассказала, то из израильской элиты почти все инфу скрыли. Никто ничего не говорил и не вскрывал ни в коем случае. Мало кто знает, что она им рассказала. Может быть, они сейчас тоже вот чекают инфу, которая у них есть, и просто вовремя успевают, скажем так, бумаги покупать.